Здравствуйте, ребята! Это снова я, муравьишка Вася. Очень интересно путешествовать по родной стране. Россия – большая, многонациональная страна. И сегодня приглашаю вас в волшебный край морозов. Это республика Саха. А вы знаете, это самая большая республика, входящая в состав Российской Федерации. Это огромная территория в Сибири. Имеет еще одно название – Якутия. Коренное население здесь – якуты. И говорят они на якутском языке. Столица республики Саха – город Якутск. Природа этого края уникальна. Около 40% территории республики расположена за полярным кругом и скована вечной мерзлотой. Снежное царство поражает своими богатствами, полноводными реками, необъятной тундрой и величественными лесами. Климат здесь резко континентальный, зима продолжительная и суровая, а лето короткое, но довольно теплое, а порой даже жаркое. Поселок Оймякон – самое холодное место. Рекордный минимум был ниже 70 градусов. Здесь можно увидеть самое яркое северное сияние в самом холодном уголке страны. Природа республики Саха удивительна. Улахан-Тарын. Так переводится с якутского «большая наледь». Это самая крупная наледь в России и вторая по величине в мире. Еще одна наледь Якутии – Булуз. С якутского языка переводится как «ледник». Ледник образован водами подземного источника. Его белоснежная шапка не успевает растаять даже коротким жарким летом. Жемчужина республики – река Лена, крупнейшая река в мире, протекающая в зоне вечной мерзлоты, а также крупнейшая река Сибири. Ленские столбы – природный парк республики, расположены на берегу реки Лены. Гора Киселях – уникальное творение природы. В переводе с якутского «киселях» означает «каменные люди». И действительно, скалы издали напоминают огромные человеческие фигуры. Республика Саха богата большим количеством полезных ископаемых. Это золото, серебро, уголь, нефть, газ. Одно из самых известных полезных ископаемых Якутии – это алмазы. А вы знаете, Саха является одним из крупнейших производителей алмазов в мире. Животные Якутии приспособлены к условиям сурового климата. Дикий северный олень – один из главных богатств нашего севера. Здесь обитают белые медведи и кабарга, снежный баран или чубук, якутская рысь, сибирский тигр, снежный барс. Можно увидеть редкие виды птиц: полярная сова,
розовая чайка, зимородок обыкновенный. В этих краях водится особая порода лошадей, якутская, которой нипочем лютые морозы. Якуты всегда стремились жить в гармонии с природой. Они чтут национальные традиции. Чурон – национальный якутский сосуд. Это кубок на одной или трех ножках. Чурон с кумысом подносят, встречая дорогого гостя. Главный праздник народа Саха – Эсэх. Олицетворяет обновление и возрождение природы. Его отмечают в день летнего солнцестояния. Вот такая она удивительная – Республика Саха.